Представляем новинку. Фотополимерные кассеты GRM Hobby Pack для изготовления собственных штампов для скраббукинга. Производство компании Photocentric, Великобритания. Для заказа доступно три формата кассет А6, А7 и А8. Толщина кассет 2,5 мм. Кассеты GRM Hobby Pack предназначены преимущественно для штампинга. Они отличаются от обычных кассет для изготовления печати и штампов. В них отсутствует жесткая основа, субстрат. За счет этого они легко прилипают к прозрачным акриловым блокам. Вместо субстрата внутри кассеты, от края до края, расположена толстая защитная пленка, которая удаляется уже после изготовления клише. Так внутренняя обратная часть сохраняется липкой во время засветки в воде. Внутри кассет залит другой фотополимер. На вид он более прозрачный, чем в кассетах GRM Stamp Pack. Поэтому режимы засветки кассет GRM Hobby Pack немного отличаются. Для экспокамер GRM рекомендуемое время первой засветки составляет 8 секунд. Большая экспокамера Skyton A6 показала наилучший результат. Заявленная производителем толщина кассет 2,5 мм. Для засветки подойдут стандартные стеклянные рамки под толщину 2,3 мм. Что такое штампинг? Штампинг – одна из основных техник декорирования в скраббукинге. Техника штампинга отличается от обычного офисного штемпелевания. Клише в данном случае окрашивается не настольной штемпельной подушкой, а специальной подушечкой тампонного типа. Такую подушку можно изготовить самостоятельно из штемпельного материала и полуавтоматической оснастки. Фотополимер обеспечивает прекрасную адгезию без использования двухстороннего скотча. Выборочное окрашивание позволяет легко комбинировать на одном акриловом блоке несколько штампов разного цвета. В штампинге одну оснастку используют для разных клише. Сами клише промывают, сушат и хранят отдельно. Промывка позволяет использовать даже спиртовые краски, которые губительны для фотополимера. Горячий эмбоссинг. Штампинг отлично сочетается с горячим эмбоссингом, который позволяет превращать обычные плоские оттиски в объемные. Использовать при этом можно не только бумагу, но и пленку, и даже кожу. И все, что для этого нужно, это фен и пудра различных цветов.
Для заказа фотополимерных кассет, оборудования и расходных материалов используйте ссылку под видео. Если хотите быть в курсе наших новостей и не пропустить новые интересные видео, подписывайтесь на наш канал.